Массовые скопления людей в крае запрещены, а значит, все соревнования переходят в онлайн и даже танцевальные. Так, конкурс «Star Kids», который на территории нашего округа проводится ежегодно, прошел в новом формате. Творческие коллективы подготовили номера и отправили их организаторам на почту. Ну и в онлайн-формате приняло достаточно очень много участников. Вот, не только с Приморского края, у нас даже субъекты Российской Федерации, Самурской области, город Тында. Вот, отовсюду были заявочки. Более 700 участников, 31 коллектив. К участию допускались только дети от 3 до 12 лет. Среди них коллектив «Совенок». Там занимаются ребята из Сибирцева и Черниговки. На конкурс отправили два видео. Один – танец в стиле хип-хоп. Второй – яркая, красочная, театрализованная постановка под названием «Цирк». Из-за коронавируса было мало времени для подготовки. Но на руку сыграло то, что выступали на родной сцене. Для детей это было лучше. Они меньше переживали. Они были в привычной атмосфере. Как говорится, дома и стены помогают. Вот, и руководитель был рядом, не где-то там за кулисами. Вот. Но у нас было мало времени для подготовки, потому что то мы не работали, потом открылись, пока раскачивались, и тут сразу конкурс. Танцевальный коллектив из Фокино «Синдерелла» подавали материалы сразу в нескольких номинациях, которых во всем конкурсе, к слову, было 5. Эстрадный танец, стилизованный, уличный народный и современная хореография. Предпочтение какому-то определенному направлению не отдавалось. Все были хороши, и выбирать было очень трудно. Я хотела отправить больше, но по положению было определенное количество. Я подавала в эстрадной номинации и народная стилизация. Подавала 2 номера современные. 2 номера народной стилизации в разных возрастных категориях. В итоге в очном формате прошло награждение. Приглашали только руководителей коллективов и вручали призы. Скромно все с учетом соблюдения карантинных мер. Дистанция 1,5 метра, маски, перчатки. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Для хореографов приготовили небольшое выступление. Конкурс «Star Kids» в этом году собрал рекордное количество участников. Вот так пандемия пошла на руку тем, у кого было огромное желание где-нибудь показать себя. В итоге на суд жюри было представлено более 60 номеров. И ни один коллектив не остался без внимания. Все получили свои заслуженные награды. Кто лауреата, кто дипломанта, а кто и гран-при. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс.